опасный участок дороги между Редькино, дорога на Редькино и на Городню. Да, здесь много жителей. Магазин дачи у нас, особенно мебель там наверху, да? Да. Она до сих пор у нас стоит. Наверное, за 500 тысяч, да? Да, мебель БУ. Кто же возьмет ее? И смотри, сделали. Насыпали, видишь? Вижу. Раньше съезжали сюда. Угу. Может, там-то есть съезд, а здесь насыпали, блоки поставили, чтобы земля не ползла. И расширяет, видишь, какое-то еще здание будет строить. Угу. Магазинчики. Городня. По эту сторону ворота тоже будут, о, уже готовы ворота, да, въезд в поселок. Ни одного не сдали. А там тоже ни одного не сдали. Ну вот таким образом истребят вот этот борщевик, да? Там уже видишь, не растет. Да. Чем-то, наверное, травили. Там какое-то здание должно стоять. Уже строили. Вот строили. Да, строили. Ну, это... Мне в жопу уехали на автобусе. Да, да, на автобусе. И потом до 2 часов ночи в Конакове торчал. Да, есть. Да, это я помню. Объездная была. Дорога хорошая на Редькино, да? Относительно. Относительно. Здесь ее как не делают, так не делают. А, как нет, раз, вот здесь, да, начали делали, в тот раз зимой. И видишь, как здорово сделали, да? Ага. В январе месяце делали. Редькино. Да. На Редькино наш автобус 749, маленький автобус спустили. На Редькино. Вот они, цветы, которые надо будет купить на кладбище 6 ноября, родительский день у православных. Смотри, уже дома здесь стоят. Дома Сахаровная, так и будут строить. А дальше там уже приближение к железной дороге. Вот, да, видишь, тут все. Все выровняли. Тут будут дома. Уже продано, наверное. Продано. Да, а не, продается, написано. Да. Продается. Да, до Сашки дошли. Сашка такой будет хилый смотреться. Да, да? На фоне их. Да, на фоне их. Ну, у них кошмар уже, вот, конечно. Я вот, смотри, не снимает. Да, и не падает, главное. Как у нас? У нас все попадало раньше времени на даче. Вот здесь авария была, по-моему, помнишь? Мотоциклист тут полетел. Вот на этом углу. Ух ты, как выросли уже здесь, да, деревья? А этот лес вырос, видишь? Да. Тут же не было деревьев. Смотри, лес стал. Да, лес стал.
Надо же, как быстро студили здесь. Березы, сосны подросли. Смотри, какие высокие стали, да, сосны? Да. Сосны удивительно. Просто, да. Здесь такая земля. Да, смотри-ка, лес. Это мы считаем дорога на Межевый, да? Это до Городни, на Меженина дорога. До Меженина. На Меженина, к Шилёву. Угу. Кто-то в аренду взял или чья-то собственность. Сил не хватает, наверное, все это делать. Это ж людей так нанимать надо. За это все, да? За это платить надо. Людей нанимать надо. Да. Купить-то купили, может, продать не могут. Да? Я вот помню, мама добавляла в молоко соду пищевую, когда горло болело при каше. Тумай – это говяжий жир. Уф, как я не любила этот напиток. Говяжий жир и перец туда. И пили. И снимала, видимо, кашель и простудное заболевание. И это поле, здесь морковь была, помнишь? Да. Весь народ собирал здесь морковь. Да. Это деревня Меженина. Это Межево. А, это Межево. Это Межево, точно. Где я учился в школе. Да. Вот дом. Из гаража. Да, из гаража. Сначала из гаража построил трехэтажный дом. И живут. Живут. Трехэтажный дом. Кошкин дом. Помойка опять. Ух ты, помойка. Опять свалку строили. Нет бы контейнер поставить, да? И оплачивать все вместе контейнер этот. Здесь одноклассник живет. Да, вон он там стоит, на отшибе. Вот здесь вот проходит платная дорога М-11. Сейчас мы под этой дорогой проедем. И дальше будет деревня Кошелёво. Вон сколько здесь большевика. Кошмар. Представляешь, вот сколько труда надо было сделать, да? Такую насыпь сделать на поле, да. На ровном, да? Это, ровное поле. Это инженерное решение, это же все под руководством. Да. Было поле. Инженеров делается. Столько навозить надо, да? Чтобы перед высоту поднять, да? Продолжаю кашлять. Ночью вообще не кашляла. А днем что-то... Вчера днем не кашляла. Непонятно, как эту кашель убрать. Я тебе говорю, я тебя вылечу. Деревня новенькая. Да. В 5 минутах ходьбы отсюда, да? Одна улица? Да. Вот сколько здесь, смотрите. Я выключил. Смотрите, радио. Сколько здесь большевика. Да, радио выключаем, потому что мы подъезжаем сейчас к кладбищу. Кошелёво, где похоронены родители Валеры. Бабушка с дедушкой похоронены. Почтить память. Сестра похоронена, тетка похоронена, бабка с дедом. Да. 6 ноября. Почтить память надо. Ладно. Это родительский день православных. Новгородцев. Валер, а там вот овощехранилище, да? Да. Точно знаешь? Да, да, да. Это при нас строилось, да? Да, при нас строилось, да. Овощехранилище. Один полковник построил, или генерал. Ну, понятно, чья-то собственность. Тут перебирают овощи, и они хранятся здесь, овощехранилище. И развозят. Вот выезжаем в деревню Кошелёво. Вот такие дачные домики. На каждом шагу борщевик. Борьбы с борщевиком нет. Вот сахар был, стоит. Угу. Этот дом вот сколько продается, никак продать не мог. Здесь цыгане живут. Да, вот цыгане. Да, цыгане. Так и живут. Цыгане так и живут. Опять дождик пошел. Угу.
Вот пруд, тут да. Дети ловят рыбу. Ну, не нравится мне эта деревня, между нами говоря. Очень много борщевика здесь, очень много здесь брошенных стояла. Участков. Где стояла мельница? Вот, на этом месте. Вот тут. Да, вот тут мельница стояла. Я сюда приезжал и молол здесь это зерно. Да. Да. Есть трехэтажки. Как насчет отопления, знаю. Отопление здесь центральное. Центральное ну, отопление. Тут котельные есть, и вот отапливают вот эти все. Угу. Какое-то неуютное деревня. Да, да. Уюта здесь нет, красоты нету в этой деревне. Здесь контора была, столовая была здесь раньше совхозная. Там гараж был, где мы с тобой ездили на рыбалку. Ну, вот здесь вот бараки, наверное, раньше выдавали людям, здесь да? Здесь вот давали, да. Барачные. Здесь. Барак. Вот, пожалуйста, стоит контейнер, да? Угу. А, эту межу мы видели, свалку. Да. Межу знаешь, тоже могли что? Поставить, да? Конечно. Мусорку. Вон в Козлове стоит контейнер. В Козлове. Да. Вот межу не поставят. Не Вова? Нет. Нет. Вот Вова подъезжаем к кладбищу. Жалко, что дождик. Погода изменилась. Вроде, смотри, чуть-чуть. Да. Вот там кто-то приехал на кладбище. Вон дерево упало на забор, смотри. Ага. Не, кто-то врезался. Это кто-то врезался, ехал. Все, приехали.